Курские школьники отметили день рождения общественных организаций. Сегодня в областном центре существует 54 детских объединения, членами которых являются более 3700 ребят и около 200 взрослых. В рамках мероприятия посвятили варгоновцы и самых маленьких. Парадная форма одежды, белые банты и, конечно же, галстуки. У этих ребят праздник добрых дел, которых за прошедший учебный год они успели сделать немало. Помогаем в школе, в разных мероприятиях. Также, вот, например, сейчас мы могли привести наших младших классов, чтобы посвятить их пионеры, варгоновцы. Надо уступать старшим, уступать места в троллейбусах пожилым людям. Активная деятельность, патриотическое воспитание, экологические акции, интеллектуальные и спортивные игры, творческие состязания и многое другое. Этому ребята хотят научить и малышей. В пятницу около 100 ребят пополнили ряды добровольцев-энтузиастов. Радость, что я теперь